В Люберцах провели первый велофестиваль для участников клуба «Активное долголетие» и обещают, что он станет ежегодным. Соревнования объединили более 20 участников серебряного возраста. Дистанция пролегала через главную аллею Центрального парка и по велосипедным дорожкам. Первые участники финишировали уже через несколько минут после старта. Я очень доволен, что участвую. Это главное. И что приехал первым, тоже доволен. С удовольствием в нем поучаствовал. Давно его ждал. Большое спасибо организаторам. В дальнейшем хотелось бы, чтобы он развивался. Были велопрогулки немножко дальше. Мы собрали 4 округа, Дзержинский, Лыткарино и Котельники с люберцами все это соединили, потому что у нас есть как сапы, велосипеды. То есть они вовлечены во все виды спорта, которые проходят на нашей территории, да, и небольшие молодцы. Но я сегодня вместе с ними приняла это участие, получила безумный заряд бодрости и адреналина. Это было очень круто.